Выхода нет, нет. Часы бегут по циферблату босиком, как по песку. И вроде выхода нет, но хватит нескольких минут найти. Юноши себя не берегут, ведь вместо битвы можно остаться на берегу. Можно потерять все в один миг, это лишь дело нескольких минут. Тебе не бросят спасательный круг. Возможно, ты не крут, ты ошибся. Рыцари выбиты из седла, расстелуешь родной топтанный грунт. У тебя еще есть шанс смыться, хотя мог со мной договориться на берегу. Окей, чудо-бой, чести ради, отказался от регалий. Теперь батлю, унижать тебя не буду. Воспитание там и так хватает грязи и матов, словно там. Расскажу, зачем иду я, железобетон финальный. Первый пункт, мне всегда есть что терять, Вань. Плюс я не вижу смысла своим пацанам врать. Второй пункт, мое дело составать музон к черту. Третий, я не фаворит, он стать кайф. Ты не выглядишь как творец, теперь это комплимент. Сори, но не разглядел борьбы в тебе, это безуха на момент. Ты стабильный строитель обустроил обитель. В меня каплю видите, прогорю тут как фитиль. Теперь тебе нечего терять, Вань. Ты не проявишь слабость, подняв белый флаг у левого флань. Я не хороший человек, что задисит всех друзей, дабы не искать себе. Ловижу солнце, бой, какой бой. Тебе подлецо, наставь амбиции. В бой идти с нами за подлецо. Я не выставил под лицом тебя, были флоши дерьмо. Ведь я мистер Оукс, а ты кто решивит? Выхода нет, часы бегут по циферблату. Выхода нет, часы бегут по циферблату босиком, как по песку. И вроде выхода нет, хватит нескольких минут найти свой путь, найти свой путь. Года неумолимо бегут, а мы дожидаемся ожидаемое. Нам порой не хватает минут, и мы жалуемся, не получая желаемое. Затем рьяно бьем себя в грудь, приводя 100 причин, почему же мечта так столь далека и недосягаема. Потом удивляемся, видя похожего и дефолтного, приводя 100 причин, почему повезло ему стать, кем не стал ты отчаянно. Я не ношу часы на руках, я считаю прям про себя. Ванечка хочет похайпиться, но как побатлиться, там не видать лица. Обычный ситизенский тип, это даже хуже, чем деревенский тип. Ты можешь также обосрать его, но только от второго стопудов летит. Ну чё, мистер Сирозен? Я таки хавал 16 лет на местных лайбатлах в принципе и... Какой-то отноус либо зарится омскулисом, как москвич подписался в таблице. Столичная сучка, я живу на звездном. Если случается, я лечу в Москву. Через 2 часа на мэк, как спиди, значит, go stop, fuck, тебе точно хватит время, пани, пабло, не бью лежачих. Строки мой скрытый клинок, а рука пирот, так что футбой, бро, реквест кемпаче. Мистер Окс еще могет лихачить, научу, как за 10 дней начать панчить. Прыгай свой МКС, лети подальше, фурепчик, шляпа, крокодила, дэнди. Смотри и учи свой иллюминатор, если это правда, Павлов, ты красавчик. Это бэтл, братка, и тут все иначе, теперь батли с государством император. Меня дисел Денис, херовато, но слетел, схуяли вы взяли того еблана. Что мычал свой текст и свел его в сарае, поебать, что он раньше там где-то батлил. Чё-то, бля, некомпетентно. Парни, давайте внимательнее к деталям. Вот судей набрали таким темпом. Фейгу встретиться с тем отсосом уже в финале. Но тут образованный Ваня против она с 10-летним опытом в хип-хапе. Если я светил с беда, то ты светил с хуя. Этому не бывать, очередной обыватель вынес вердикт, тараторка его раздражает. Очередной тараторка, когда твоя тёлка зовет тебя, как дорожает. Очередной мой фастол непонятен тебе, самый глупый и судей не знает. Очередной оппонент, очередной этап, очередной комментатор лает. Эй, фэтбой, wake up, вставай на работу, пора. Ты чебанулся, спишь, у тебя есть несколько минут. Умыться и похавать еще успеешь, там метро, слышь. Пока во мне миновало лихо, но вернулась в лету под новый Никанон. Где бы я ни был, о чем говорит эта фабула, еле стал на ноги, мимо меня трупаки черепа, им уже пора было. Зря вы купили билеты, зачем вы зашли сюда, дети, бегите на стене, перевернутый телек и мрачные тени, Тим Бёртон, смотря я будто наблюдая, вискарь попивая, буквально день мертвых. Найс. Спать. Даже не тело, 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 даже не тело
даже не тело, даже не тело. Тело нескольких минут, но ведь это даже не тело. Даже не тело, даже не тело. Тело нескольких минут, но ведь это даже не тело. На горе табаки лает Акела. Беги на хутор, управление смей въебать их лишь дело. 5 минуток рядовой солдат по масти салага. Вторая кишка спичка, командир волка. Лишь пока догорает спичка. Ваня, я не бамблбизи, я гикельбери. Не Сойер, нет тупо времени спорить. Как круг империи устроен, дуэлянт во мне вставили секунданты патроны. И обидчика палить будет данты из-за кордона. Ваня, это не протесты, юродивый в акапелла. Где-то небо градом плачет на родине у Мандела. На могиле у креста не заслужит лицо портрета. Ты отпет не как мошенник, воспет не как Сой Летов. Твой секундомер затикал, не пикает тикай боров. Ни по госту нет открытых калиток среди забора. И я палю прямо бездыханное тело. Тело нескольких минут, но ведь это даже не тело. Я беру секундомер, если счет идет на минуты. Палата весов и меры, секунда не попрекнутых. И тут больше не несут обороны. Певцы без бата, их и лада сложат лад с оборотом. У циферблата мой наставник не раввин. У меня не арийский профиль, но пока время валю. Да оценивать риски профи тут я. И я палю прямо бездыханное тело. Тело нескольких минут, но ведь это даже не тело. Даже не тело, даже не тело. Тело нескольких минут, но ведь это даже не тело. Даже не тело, даже не тело. Тело нескольких минут, но ведь это даже не тело. Даже не тело, даже не тело. Тело нескольких минут, но ведь это даже не тело. Даже не тело, даже не тело. Тело нескольких минут, но ведь это даже не тело. Рэперки, а ведь это почти не люди. В них талант уверен, только мир оптических иллюзий. Вы на саре точно накинет певцу котлету. Если гора лила лет, надо начать на субаркету. Я пока таким раскладом замотивирован мало. Смучу легальный бизнес, как будто лига эвалов. Теперь темп попутал без, то ли без, то темпа попутал. Тебя вывести халуй, хватит несколько мне минуток. Чередой летят патроны, так что сына беги. Не помогут ни веки, села тут для силовики. Упакую вас, бодибэк, и твои фаны не заметят, не подклеть. Тебе ведет я целлофановый пакетик. Вань, ты вылетаешь третьим, нацеленный глаз замет. Он тут не центр, а тут центр управления полетов, окей. Я твои роли экипажем, стоят костюме. Вань, ты не Крылов, не Тютчев, ты даже не Ваня Дрябин.